Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях протоиерей Михаил Зазонов. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте! Мы работаем для вас, ждем ваши вопросы, поэтому пишите нам в Телеграме, будем рады ответить на них вместе с нашими дорогими гостями, батюшками. Какие вопросы сегодня не прозвучат, обязательно прозвучат в будущих программах, поэтому не переживайте. Ждем ваши вопросы. Батюшка, 20-е праздники. Угу. В принципе, понятно. Здесь в основе лежит слово 12, 12 праздников. Но вопрос к нам пришел от телезрителя о том, что все-таки это означает. Угу. Какое должно быть к этому отношение и почему 12? Праздники в церкви формировались постепенно, да. То есть с самого начала был только День Господень, то есть воскресный день, когда община собиралась и молилась, причащалась. Это самое важное, потому что церковь связана с литургией, с Евхаристией, с приобщением к телу и крови Спасителя. Потому что в другие дни люди работали, но с созданием монашества, да, и также это изначально было при гробе Господнем, куда паломники приходили, и там службы уже служились ежедневно, то начинается формироваться те или иные праздники. То есть поминают святых, которые в этот или в другой день как-то связана их память, да, святых апостолов, прежде всего, мучеников каких-то определенных, да. И, безусловно, возникает особое чествование дней, которые связаны со Спасителем этим и Божьей Матери. И в монашеской среде оно особо стало развиваться, вот это направление формирования праздников. Это было не быстро, постепенно. И когда уже годичный круг сформировался, то из них самые особые дни, связанные со Спасителем Божьей Матери, так получилось, что сформировали 12 особых дней, 12 праздников, кроме, конечно же, Пасхи самой. Вот. И поэтому и название такое стало «Двенадесятый», то есть особый, один из 12 особых дней празднования церкви, где чествуют Преображение, Рождество Богородицы. Понятно, что мы не знаем всех этих дней. То есть, ну, календарь не велся с самого начала. Мы не знаем точное рождение Спасителя, да. Мы знаем только точное день смерти его, да, то есть это было на Пасху, 14-го Нисана по лунному календарю. А вот те памятные даты, которые были связаны, например, с Преображением Господним, мы не знаем. И вот примерно как-то вот приблизительно в тот период церковь должна была установить эти дни. И так сформировался православный календарь. Надо сказать, что Рождество, праздник Рождества Христова, например, да, сформировался, он был изначально связан с днем вот, зимнего вот, солнца, да, самый короткий день. И действительно, это было приблизительно к этому, потому что мы можем сказать из вычислений, да, Рождества Христова, что он действительно где-то во второй половине родился декабря. То есть 25 декабря — это очень, очень действительно приближенный день к Рождеству Христову. А после него можно уже вычислять. То есть Благовещение за 9 месяцев. Мы знаем в Евангелии, что Благовещение было в 6-й месяц Рождества, ой, в 6-й месяц как зачатие Рождества Иоанна Предтечи. То есть еще поэт, 6 месяцев, да. Да, мы можем понять, вот, вычислить это все, да. Мы можем Рождество Иоанна Предтечи вычислить, потому что через 9 месяцев после зачатия он рождается, да. И
Многие праздники действительно вот так логически стали появляться. Это замечательно, это хорошо. Мы любим праздники, наш народ любит праздники. И вот особые 12 праздников для каждого православного христианина, они ближе к душе, ближе к сердцу. И мы всегда стараемся в этот день причаститься, быть в церкви и друг друга поздравляем. Праздник Преображения. Да. Давайте о нем расскажем. Давайте. Почему фрукты освящаем? Удивительный праздник. Я могу сказать, что, наверное, один из самых любимых праздников у христиан. Он связан, тем более, с развитием учения о благодати Божией, потому что что-то необычное было в этот день. В тропаре, значит, праздника мы видим в тропарях, что это было сделано ради учеников, чтобы показав укрепить учеником, их. Твою славу твою. Да, потому что видеть распинаемо, да, угу. Чтобы уразумели, что эти страдания добровольны. Потому что ученики же шли, что вот он сейчас будет мессией, царем, да, а вдруг они придут сейчас, вот буквально через некоторое время, в Иерусалим, а там Христа схватят. Будет распятие и смерть. Каково им? Значит, не тот. Они-то ждали все же царя земного. Да, с какими-то такими небесными способностями, но земного. Потому что приземленное мышление вообще иудейской философии, иудейской религиозного мировоззрения, оно и до сих пор таково. Оно очень приземленное, да. Они ждут и сейчас Мессию земного. И Христос, безусловно, постоянно боролся с этим явлением. Но, знаете, все привычка — дело такое, вторая натура, как говорится. И поэтому Господь по милости к ним, да, чтобы они хотя бы не смущались, доверились Ему, показывает им, что он не земной, он преображается перед ними. И там есть такие замечательные из Евангелия слова, что он преобразился пред ними, и одежда его стала белым, как снег, а лицо просияло, как солнце. Мы говорим, что Господь показал именно действие благодати, божественной благодати в себе. Он открыл божественную сущность для святых апостолов. И мы знаем, что как откликнулся апостол Петр на это. Он говорит, хорошо нам здесь быть, давай здесь и останемся. То есть не надо никакого же царства, не надо, как они думали, богатства, портфель министерский, уже не надо. Вот здесь, на горе, где нет ни воды, где нет ни еды, где нельзя жить там. Он говорит, давайте хоть шалаш построим и будем здесь жить. А вот что делает благодать Божия с человеческим естеством тоже. То есть то, как мы можем поэтому понять, как жил Адам в раю. То есть когда мы соприкасаемся с благодатью Божией, нам все понятно. Вот, нам больше ничего не надо. И когда люди думают, как там будет вот какое-то такое царство, будет оно, встречу ли я там свою жену, да, и так далее, детей. То можно сказать, что там все будет другое. И Господь неоднократно говорит, что там не женятся и не посягают, там пребывают как ангелы. Как ангелы пребывают, да. Нам это непонятно, но вот именно из повествования о преображении Господнем мы можем приблизить хотя бы что-то вот по реакции апостола Петра, да. Ну, трудно, как бы, наверное, подумать, что апостол Петр, ну, как-то был безумным в этот момент. Нет, просто он все понял. Вот настолько она его захватила, это божественная благодать. Это вот то, к чему нас готовил Христос, что ему действительно ничего не нужно. И апостол Павел также говорит, что «не слышал того уха, не видел того глаз». И помышление наше не разумело то, что приготовил Бог любящим Его. Вот, описывая то, что будет, ждет нас
в раю. И апостол Павел также говорил о том, как он видел рай, да, что он был вознесен до седьмого неба, и там слышал неизреченные глаголы. Вот такое пребывание. Вообще все, что связано с благодатью Божией, даже и нам, грешным, иногда Господь частично это дает. И когда мы посещаем святые места, прикладываемся к каким-то святыням или приобщаемся к святых христовых тайн, иногда для укрепления веры нам тоже Господь дает почувствовать эту благодать Божью. И в этот момент нам действительно уже больше ничего не нужно. Я знаю, многие люди, например, посещающие Афон и как-то соприкасавшись с благодатью такой, да, монашеской жизни, то хотели там уже остаться, несмотря на то, что дома семья, дети и тому подобное. Но вот этот порыв, он действительно удивительный. Или иногда, придя в храм на службу, думаешь, а пусть она не кончается. Так хорошо бывает, да? Хотя в другие дни ты себя заставляешь идти на богослужение. А в какие-то моменты Господь тебе дает эту благодать почувствовать. Думаешь, Господи, пусть вот длится эта божественная литургия года два, хотя бы года три подряд, потому что тебе хорошо. И неважно, какие у тебя там дела, вот, ты здесь и сейчас, ты уже в раю. А почему апостол говорит, всегда радуйтесь и за все благодарите? И наше богослужение, оно так ведь называется, Евхаристия, благодарение. Вот то, что мы можем сказать Господу за то, что Он нам показал вот своим пришествием, своей смертью, очищая нас от всякого греха и освобождая нас от всякого зла и смерти. Отец Михаил, вот в Евангелии от Марка есть вот такие слова. «Истинно говорю вам, что некоторые, стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее во славе». Как раз он говорит о преображение, получается, за 6 дней этих событий. Нет. Или в данном случае он говорит о том, о схождении Святого Духа, о Троице, о Пасхе, потому что Царство Божие уже началось. Победа, как после его подвига на кресте, да, после его распятия и смерти, начинается Царствие Божие. Христианство. И в данном случае он об этом и сказал им, потому что когда на них сошла благодать Святого Духа, а она на них сходит дважды, то есть на апостолов самих, когда он после воскресения своего явился и дунув на ним, сказал: «Мир вам, примите благодать». Уже они, как апостолы, как те, кто будут главными в этой церкви, он дал ему власть отпущать грехи, кому разрешите, тому будет разрешено, кому не отпустите, тому будет не отпущено. Это отдельная благодать. Но дело в том, что святые отцы, они говорят, что с самого момента Рождества Христова уже начинается искупительная вот такая жертва Спасителя, потому что он уже начинает смиряться. Смерть — это кульминация вот этих страданий его ради нас. То есть, ну, само, даже, мне кажется, не слаждение, а зачатие. Потому что вы представьте себе, вот, ну, вот сейчас мы с вами с интеллектом, да? Вот. И представьте себе, да. Ну, какой-то есть, мы как бы не говорим о том, что мы там вундеркинды и так далее и тому подобное. Ну, во всяком случае, общаться мы с вами можем, да? И вот представьте себе сейчас вот с этим сохраненным интеллектом нам раз в одну клеточку, в эмбрион. И 9 месяцев мы будем вот с этим интеллектом находиться в темноте. Умалиться, так сказать. Да, не можем ручками повернуть, ртом поговорить, пообщаться. Вот, вы представьте себе, как это. Вот. Да мы с ума с вами сойдем. Вот. А тут суперинтеллект, божественная премудрость в одну клеточку человеческой клеточки, да, и живет. Это разве не смирение? Это глубочайшее смирение. А потом, ну, даже родился он, да,
Представьте себе. Он мог сразу пойти на крест, да, сразу с пеленок начать говорить все те истины. Он же ему все возможно, да? А он не нарушает естества уставы. Он становится младенцем. А это что значит? Раз тебя запеленали, и ты только рот открываешь, чтобы кушать, да? Зубки растут. Да, зубки растут. Все прелести младенческой жизни. Упал, пошел, шишку набил и так далее. А потом надо же понимать, в каких условиях все это было. Да, Богородица с ним жила одна. А по тем временам это было, это было глубочайшим смирением. Господь трудился за пятерых, чтобы можно было обеспечить и себя, и Пресвятую Богородицу. Это был просто ужасный труд, и глубокая нищета. И он жил так до 30 лет, когда потом уже мог, тоже не нарушая обычаи, потому что учительствовать можно было после 30 лет, потому что уже действительно формируется у человека максимальное абстрактное мышление. Мы вот забываем о том, что на самом деле действительно древняя практика была, что священник должен быть в возрасте 30 лет. Это связано с тем, что уже мышление полностью сформировано, абстрактное мышление у человека, и он может учительствовать, меньше ошибок сделать. Да? А в наше время у нас, видите, какая тенденция? Молодежи все представить, да, вот наше будущее, вот наша надежда. Но там уровень образования несколько другой, да, но может раньше взрослеет, нет? А дело все-таки не в этом. Чуть-чуть быстрее образование и разум – это разные вещи, мудрость, да. Для того, чтобы действительно сделать что-то важное, тем более кого-то научить еще, да, нужен, как ни крути, тебе нужен просто степенный возраст необходимый. Вот. Потому что молодость, она всегда была. Время ошибок. Чего-то важного ты не понимаешь. Чего-то важного ты еще лишен. Потому что еще незрелость. Она с природой не поспоришь. Она такова есть. И вот Господь, Он с самого начала смирялся. И смирялся и потом. Ведь Он же сам говорил, что лисы имут, значит, норы, а птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где главу подклонить. Он действительно, он же был такой проповедник-то без дома, да, то есть он постоянно кочевой такой проповедник был. Из дома в дом, из населенного пункта в населенный пункт, из города в город постоянно был в движении, а это было сложно. Где-то примут, где-то не примут, где-то ты дойдешь, а где-то ты переночуешь, значит, где-то там в поле и так далее. Вот тебе не постираться, не помыться, ничего. Где-то нашел ты еды, а где-то и не нашел. А ему надо было кормить не только себя, но еще и учеников многочисленных, которые с ним ходили. И это было непростое путешествие. Поэтому, когда ты понимаешь, что это уже был вот это его искупительная жертва. И она возникает с самого зачатия Спасителя. Почему и тропарь Благовещения, да, она звучит, есть спасение нашего главизма, то есть начало нашего спасения возникло с этого момента. Господь начал свое служение, формировать это Царствие Божие, пришедшее в силе. Да. Вот. Многие задают вопрос, почему сейчас нет таких чудес, которые были в первые века, особенно как мы сегодня говорили, вот и праздник Преображения, и другие разные чудеса, воскрешения мертвых и так далее. Господь сам не любил чудеса. Он ведь даже говорил, что род лукавый и неверный ищет чудес и не дастся ему. Потому что действительно, раз чудо, а поверят ли?
Сколько он творил этих чудес? Они его распяли. То есть в них не очень много толку. Вряд ли еще в этот период кто-то еще творил какие-то чудеса. Да, конечно. Чудеса нужно было для привлечения внимания. А потом уже нужна работа над собой. Поэтому да, и тогда, и сейчас не все же принимали христианство, да? Некоторые не хотели, потому что не хотели менять свою жизнь. Проповедь звучала Спасителя, Иоанна Крестителя и апостолов одинаково. «Покайтесь», то есть «изменитесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». А на это не всякий готов. Это действительно требует большой работы над собой, изменения всего. А не каждый хочет этого. И сейчас не хочет. Почему сейчас меньше? Потому что сейчас, слава Богу, есть Евангелие. Тогда у апостолов не было никаких книг, и учений еще не было сформировано. И не было такой сокровищницы святоотеческого учения, святых отцов, их опыта, как спасаться, как идти по этому пути. Сейчас все доступно. Бери и читай. Притом даже никуда идти не надо. Все это есть в каждом гаджете у каждого человека. Ты через интернет можешь приобщиться к любой сокровищнице церковной, да, почитать Евангелие в различных переводах, толкования различных отцов церкви, различных священников, что угодно, послушать литургию из храма Христа Спасителя, будучи живя где-то на Дальнем Востоке, в онлайн-режиме. Сейчас такие... Можно из дома не ходить, да, еще батюшка надо приедет. Совершенно верно. То есть что еще нужно? Что еще нужно? А по поводу чудес... С тем же преображением. Оно же ведь и сейчас чудесно проявляется. Вот, не знаю, вот были ли вы в день преображения на Святой Земле, но вот Господь меня пару раз сподобил там побывать. Не могу представить. Вот. Ну вот гора Фаор, да. И мне, я раньше знал, что есть такое понятие «благодатное облако». А что оно из себя представляет, я как-то... Ну вот облако сходит, да, в этот день. Ну и что? У нас же постоянно над нами облака. Я не видел в этом никакого чуда. Но в Израиле летом особенно облаков не бывает. Ну нет их, они очень редкие. Но на День Преображения на этой горе всегда сходит облако. Гора не такая большая. То есть это должно быть облако низкое, понимаете, насыщенное влагой. Учитывая Иорданскую пустыню, да, найти влагу, где вообще нет, ее не бывает, это очень чудесное явление. Ну и при этом, когда я был на ночной службе на горе Фавор, на Преображение Господне, да, то там... много людей приезжают, и местные православные арабы, очень много молодежи, и они, я заметил, прям вот ждут этих облаков, потому как благодать Божию, и радуются, когда оно появляется. А для меня это было нечто привычное, потому что мы здесь часто видим эти облака, дождевые, низкие, вот этот. А там этого нет. И для арабов это очень большое чудо. И они, значит, прожекторы устанавливают, да, и ловят эти облака, и показывают. И вот знаете, вот они как бы вот на гору налетают, возникает такой ветер, и вот смотришь, летит облако, потому что ее этими прожекторами ведут эти молодые арабы, они там приспособились к этому всему. И вот в этот момент, когда на тебя настигает, то такая влага, такой вот туман, такой вот, такая нежная влага, да, появляется. Ну и для меня все равно, ну, и облако, и облако. Но когда я вышел после службы, уже сошел с горы и довольно отошел далеко от ней, я вдруг оглянулся. И вот это было чудо. Потому что нигде не было облаков, гора без вершины, а вся вершина покрыта шапкой облаков. И это эти облака, они просто вот так
кружились. То есть нигде не было ветра и нигде не было облаков. Вот это чудо с облаками, оно было там. И оно происходит каждый год. И если кто-то хочет, может его увидеть. Разве мы с вами перед Пасхой в онлайн-режиме не наблюдаем чудо схождения благодатного огня? Ну разве? Да, мы радуемся этому и понимаем, что это чудо. Но разве после этого в наших храмах вдруг много людей появляется? Нет, люди радуются даже. Ну именно на Пасху как раз появляется. Ну, я не думаю, что даже на Пасху не все, кто смотрит это явление. Это из разряда тех, кто говорит, что как я думаю, в храм, так все Христос воскресе поет. Да, совершенно верно. Раз в год, то есть. То есть вот чудо. Ну, значит, Господь есть, да. Значит, надо идти? Нет. Привычка – вторая натура. И тогда, когда Господь творил эти удивительные чудеса, воскрешал мертвых, изгонял бесов, даже слепых исцелял, хромых. Да вот если понаблюдать эти все чудеса, вот, поразмышлять, ведь мы даже не размышляем, мы только, ну вот, исцеление, там человек 38 лет парализованный. А ты как-то представляешь, как он может встать и ходить у человека, у которого уже мышц нет? Если мы представим парализованного человека, у него мышц нет. Даже если вдруг какие-то импульсы начнут идти, ему нужно время. Вот космонавты у нас летают, да, у них с мышцами все в порядке. Но когда они приземляются, они ходить не могут. Им нужна реабилитация. И там, в космосе, они занимаются спортом. Да. Иначе... Совершенно верно. Да. А тут встань и ходи. Это значит, Господь сотворил мышцы в этом человеке. Или, значит, исцеление согбенной женщины в синагоге. Помните? Она была согбенная, то есть с горбом. И он говорит, выпрямись. И она выпрямилась. А как вы себе представляете? Вы представьте себе, ведь какой треск стоял костей в этот момент. Уже все ломается, позвоночник ломается. Это какое чудо. А что они сказали? А зачем ты это сделал в субботу? То есть не видят главного. Ни тогда и ни сейчас мы не видим главного. Ведь самое большое чудо, которое происходит у нас на Земле ежедневно, это Божественная Евхаристия. Когда тело, мы приобщаем с телом и кровью Господним. Когда хлеб становится телом Христовым. Когда Господь действительно входит в наши сердца. И многие христиане это чувствуют. И чувствуют, что происходит это чудо. Главное чудо – это изменение нашей души, нашего сознания. Поэтому действительно чудеса есть. Мы не хотим их видеть. Не хотим. И тогда не хотели, и сейчас. Да есть даже такая смешная история. Анекдот, когда человек ищет парковочное место. Говорит, да. Господи, помоги мне найти. Потом бах, место освобождает. Говорит, о, все, Господи, нашел, спасибо. Да. Ну там еще вроде есть один момент. Так, смешно, Господи, дай мне найти это место. Я там сразу изменюсь с завтрашнего дня. Все, перестану там то делать, другое делать, третье делать. О, появилось. Господи, не надо, все, я сам. Я нашел. А на самом деле в таких мелочах, вот, наверное, наша жизнь и складывается иногда. Когда пытаешься увидеть волю Божью, когда ты чувствуешь Господа и живешь в этом информационном поле, я не знаю, я вот каждый день чудеса вижу. Батюшка, вот почему Христос сказал своим ученикам не рассказывать об этом чуде? Ну, потому что не пришло время. Вы знаете, это разумно. Иногда можно все заговорить. Так происходит. Uh-huh. Знаете, что-то происходит такое важное, да, и начинают вроде как удивляться, говорить. А потом начинают сомнения, враг сеет и так далее. И это уже, вот что было в начале, у тебя потом исчезает.
Да вроде да, действительно так и есть. Кто-то еще, вот одна бабка сказала, тут, да, это вот не так, как вот так же народ успокаивали те фарисеи, которые хотели внимание отвлечь от чудес. Почему они говорили, что вот чудо произошло, народ радуется? Они говорят, если бы он был пророком, он бы в субботу чудо не совершал. Господь говорит, очнитесь, человек, спасти человека, разве вы этого не делаете? Вы даже, когда у вас ягненок, да, в субботу, вы все равно не оставляете его на солнце, вы ему даете воды, да, вы его кормите, потому что иначе он вам спать не даст, он будет кричать. Вот. Вы милосердствуете, идете, а тут человека спасти, а вы говорите, суббота. Когда нужно, вот, знаете, желающий ищет возможность, не желающий причины. И вот эти причины, они важную роль играют в нашей жизни. Поэтому, если бы сразу они сказали, они бы это все заговорили, и вот эта тайна ушла бы из сознания и души. И когда бы это случилось, они бы, наверное, не вспомнили уже. Вот, потому что это пройденный этап уже был. Поэтому, мне кажется, это разумно сохранить до тех пор, когда, чтобы вспомнить, когда будет распятие и смерть. Они ведь не думали, что так будет. Он им много раз говорил. Они как будто не замечали его. Они замечали то, что только хотели. Вот. И знаете, как кто о чем? А, вшивый о бане, да? То есть он много раз говорит, мне надлежит быть распятым, я иду на смерть. Вот. А они вопросы задают, ой, а что там будет с Иерусалимом? А что с этим будет? А так? Интерес такой, знаете, совершенно приземленный. Так у нас тоже интерес такой, да, вот, а когда что? Конец света наступит. Да, совершенно верно. Совершенно не понимая о главном, что вот есть Христос, вот такая христоцентричность должна в нашем мышлении быть. Вот. И мы всей суетой этой и всеми своими мечтаниями, своими какими-то странными явлениями все это переключаем в свое сознание и начинаем куличи светить, за водичкой ходить, овощи, фрукты освещать на преображение. Да? Вот. Кстати, почему? Откуда? Это же... Ну, потому что к этому времени создавали праздники. То есть изначально собирали урожай, и после таких трудов люди должны были отдыхать. И праздники часто как раз старались, чтобы прославить Христа, благодарность принести к тем или иным вот, праздникам все это. То есть надо собрать урожай до преображения, например, да, чтобы... Угу. Хорошо. И, соответственно, благочестивая традиция. Освятить это все, плоды собрать, да, принести храм и вместе всем вкусить от этих плодов медовый спас, яблочный спас, хлебный, ореховый спас и так далее. А где вот такая интеграция бытовых необходимых вещей, да, хлеб насущный, да, и с духовными ценностями, духовными праздниками. Это благо. Часто мы думаем, знаем, и там нам священники говорят, какие-то проповедники, то, что мир возле лежит. Ну, вот. Однако мы говорим о том, что будет Царство Небесное, и мы к нему должны стремиться. Но вот вопрос. Как мы можем говорить о Царстве Небесном, по-моему, скажем так, если мы здесь, на земле, тоже этого не делаем? Как-то иногда... такие фразы говорят многие люди, и как-то в таком нескольком отчаянии, mm-hmm. что правда на земле нет, правда на небе, земля — это все, как-нибудь надо выжить и попасть в Царство Небесное. Но ведь, mm-hmm. мне кажется, Царство Небесное должно быть и на земле, хоть в каком-то виде, как его вот здесь действительно приобретать и создавать, скажем так. Но ведь Господь сказал, Царствие Божие внутри вас есть. Да. А вот это самое главное. То есть не надо искать, что оно в каком-то, знаете, в какой-то речке, в каком-то городе или так далее начнется.
ты его созидаешь внутри. Почему апостол Павел говорит: всегда радуйтесь и за все благодарите? То есть, когда, и Паисий Афонский говорит, наша задача здесь и сейчас в своем сердце построить хижину, в которой поселится Христос. Да, вот наша задача. Когда ты приобрел Христа, вот, ты живешь в этом мире, да, но на самом деле твой ум, твое сознание, твои дела связаны со Христом, который в твоем сердце. И на самом деле это не только Христа и вера касается. Мы так и с вами и здесь, на земле, живем. Ну, смотрите, если для вас вот что-то важно, да, вы выбираете только вот этот момент. Ну, например, вам нравится хорошая музыка, да, то, следовательно, вы не занимаетесь там спортом, не ходите на эти все там матчи и тому подобное, да, вы идете в консерваторию, там, зал Чайковского или Большой театр, да, и вся ваша дома включаете классическую музыку, например, да, вот. Действительно, Господь говорил, где сердце ваше, там сокровище ваше. Вот ваш кругозор, да. Вот. Если вам нравится наука, то вы не смотрите, чем кто там занимается, да. Вы, как червь ученый, с этими книжками, да, целыми днями постоянно, оно у вас в портфеле лежит, да. Если ты познал Христа, то, и говорит нам апостол, непрестанно молитесь. То есть ты с ним беседуешь, он твой друг, и ты не видишь этого зла, которое есть в этом мире. Ты просто, у тебя царствие внутри действительно есть. И ты радуешься, ты радуешься. Если ты хочешь смотреть, как бы вот пытаешься смотреть на позитив, то ты его и будешь везде видеть. Вот. Знаете, есть такой рассказик интересный, в интернете можно найти, по-моему, называется «Мистер Эндорфин», что ли, да? Вот. Такой забавный случай, где вот один человек, вот у него все в превосходной степени, да? Ему все нравилось. И хотя, наверное, нас окружает как раз совершенно противоположное. Здесь болезни, здесь непогода, жарко, плохо, дождь пошел, тоже плохо, замерз, тоже нехорошо и тому подобное. В этом мире нас больше раздражает все. Тут начинает болеть, там болеть. Но если ты фокус внимания своего на что-то другое переключаешь, то это тебе не мешает радоваться, это тебе не мешает созидать, это тебе не мешает жить насыщенной, богатой, духовной жизнью. А если у тебя есть Христос, который просто бездонная премудрость и благо духовное, да, то ты там утопаешь здесь и радуешься этому. Да, у тебя, может быть, не будет денег, но ты совершенно это не заметишь, потому что тебе будет совершенно важно, что есть, что Бог послал. Вот. Может, не будет такое здоровье, но ты не будешь так переживать, потому что ты живешь в Царстве Небесном. Ты знаешь, что, ну, что, надо чуть-чуть перетерпеть, и, оказывается, терпение дает совершенство, еще больше тебя погружает в общение со Христом. Как раньше говорили, Господь терпел и нам велел. И когда ты находишься в этом состоянии, оно тебе не мешает радости и покоя. Мало того, я вот всегда вспоминаю вот старых людей, которые вот печалились, когда, например, Великий пост пройдет, а они не заболели. Да? Говорят, не посетил Господь. И радовались, когда вдруг заболевали. Они говорят, Господь посетил. Вот. Это было такое особое такое явление, да, про которое мы себя забыли. Сейчас время ропота. Вот, и непонимание того, какое благо у нас есть. Вот. Знаете, когда вот эта ужасная война началась, вот, я обрадовался, потому что у нас возникла надежда, что мы можем измениться. Что, как говорится, гром не грянет, мужик не перекрестится. Я думаю, может быть, сейчас люди начнут
ценить все, начнут креститься, начнут в храмы ходить. Ну, это было преждевременно, к сожалению, не так много. Хотя действительно люди посерьезнее стали относиться, но не все, далеко не все. Многие делают вид, как будто ничего и не происходит. Вот это изменение сознания, оно превыше всего. Превыше всего. Покайтесь, ибо приблизит Царство Небесное. Потому что оно дает понимать главные вещи. Познай самого себя. Да? То есть что-то есть больше, чем поесть, поспать, быть здоровым, быть богатым, вот, иметь те или иные привычки. И мы эту битву, к сожалению, еще не выиграли. Вот, надо победить себя. И это не только говорит христианское какое-то страдальческое, как некоторые говорят, мышление. Нет. Это говорит наше чувство вины. Да, наша философия. Да никакой вины нет. Радость. А это от гордости возникает такое. Потому что если... Так запрограммированы некоторые люди, то, что покайтесь не как изменение, да, воспринимается. Да, а как бичевание. А постоянно виноват в чем-то. Ну, Господь меня не простит. И вот, и это значит, с этой мыслью, не что... понял его, не познал его. Да. А если ты правильно познал, он отец. Мы же молитву «Отче наш» читаем. Вот, понимаете, вот Господь, он дал удивительную молитву «Отче наш», которая на небесах. А если мы посмотрим молитвы вот того времени, да, они были, вот знаете, как вот в этих фильмах восточных у нас там «О, солнце ликий», там обращение там какого-нибудь. Дух времени такой был. Да, да, вот. И молитвы были такие. Там прошение было на две строчки, а вначале на две страницы это были только вот «Господь, ты, который сотворил эти небеса, который там восседаешь на ангелах» и так далее. А Господь говорит... сказал, а молитесь так, «Отче наш», то есть «папа», «отче», «отец», «папа». Ведь мы, когда приходим домой, видим отца, мы не говорим там «многоуважаемый там Виктор Александрович» или кто-то еще там, да, там вот «не соблагозволите», мы говорим, «пап, что там у нас поесть там?» или что-то еще, да? Мы так... Так вот, Господь и говорит, какие отношения должны у нас быть? Он очень приблизился к нам, как вот пророк Исаия. С нами Бог, с нами Бог. Он рядом с нами. Он даже не рядом, он внутри нас есть. Царство Небесное внутри нас есть. И кто это познал, он радуется, что он имеет Христа в своем сердце. Такая большая радость. И все остальное, вот как у апостола Петра в Преображении, хорошо нам здесь быть. И неважно. Можно и здесь, на земле, также жить со Христом. Это будет рай. Вот. Ну, раз, мы закроем глаза, откроем, и уже там, с Ним, и все замечательно. Вот. Если ты познал Христа, вот к этому нужно стремиться. Самый простой способ познать Христа какой? Я думаю, что смирение. То есть понять, где ты, и где он. А все остальное он сам сделает. И при этом себя не гнобить, не умолять. А дело не в этом. Когда ты познаешь, кто ты, там не надо умоляться или гнобиться. Ну, ты же понимаешь, где Христос и где ты. Вот. Простите, я вот сегодня еле-еле встал, не хотел никуда идти, вот, проснулся там и так далее, себя заставлял. Вот. Ну, потому что немощь такая. Ну, хотя я могу сказать, я такой, само совершенство, я такой замечательный, да, вот. И знаю, что там то не надо мне есть, и там не надо сходить, и тут там что-то сделать. А не делаю, что хочу делать, не делаю, что не хочу делать, делаю. Кто я такой? И только можно придумывать, только дурак говорит, человек звучит гордо, да. Потому что если ты поймешь, где ты и где Господь, там не надо умоляться. Просто воспринимай это все, а остальное сделает Христос. Прими его всем сердцем, всей душой своей, поверь в него, и он тебя напитает. Батюшка, спасибо за разговор, спасибо телезрителям за вопросы. На этом наша программа окончена. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.